со 2 по 8 октября. В Москве пройдет традиционная осенняя православная выставка-ярмарка, вдохновленная начатыми еще князем Даниилом ярмарками осеннего урожая в Москве. Поэтому и называется она по завету князя Даниила. Здесь можно будет приобрести мед, продукты пчеловодства, лекарственные травы, масло, специи, выпечку, сладости. Можно найти иконы, товары монастырских хозяйств и народного промысла, православную литературу и видеопродукцию духовно-просветительского характера. В выставке принимают участие монастыри и храмы, каждый из которых богат своей историей и традициями. Адрес: 1 Останкинская улица, 55, Москва. Телефон 8-499-760-36-80.